Я уже включил запись. Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала Афро Манго Мукбанго. Ну что ж, сегодня домашняя еда, суп фасолевый. Картошка, репчатый лук, свинина. Фасоль. Угу. Угу. Кетчуп. Кетчуп. Соль. Отсвечивает, ничего не видно вообще. О. Здоровья. Ухудшение здоровья Игоря. А, Гарика Сукачева, точнее. Первая новость. О. В центре Петербурга появились первые конные полицейские. Почему первые? Они всегда были. И в старину были, конная полиция была всегда. Машин же было мало, поэтому были кони, правильно? Конная полиция была всегда. Все возвращается. Да? Надо прочитать, в каком году это. Угу. Воссозданная, конечно. Она всегда была, конная полиция. Угу. Угу. На Исаакиевский собор, Марсово поле, Александровский сад. Не убежишь, наверное. А, да. Да, конь догонит.
Но это опасно все равно. Если конь там что-нибудь не понравится, он может на дыбу встать и все, и сбросить наездника. Или злой, что-то испугается чего-нибудь. Да, правильно? Так что на лошади опасно тоже. Угу. Лошади воспитанные. Да не. Воспитанная, все равно опасно. Снимаются с телефоном. Кормят. Лошадей кормят. Угу. Людям интересны лошади. Горожане? А не полицейские. Да. Почему интересно? Угу. Ну, в смысле, как животное. Закон не надо нарушать. Это будет прекрасно. Да. Вот так. Thank you.
Ну, про себя прочитай. Кому это все достанется? Супчик, как этот горох. Да. Посчитал, да? А где вот эти вот фасоль такая продавалась, помнишь? Перченый, перченый вкус еще. Как она называлась? Глобио. А, да, да. Пятачки. Что-то мы винили. Нет. Давай вверх объявление. Новости. Тоже было, я вообще не прочитала. Да. Потому что я кушаю. Мне важно покушать горячее. А не так, такое, какое ты уже. Да. А? Кошмар. Чего кошмар? Вот, читай. Самое солнечное место на планете Земля. Thank you.
Но это не самое солнечное место. Это мало. Высота маленькая. На грязную тарелку поставила зеленую эту штучку, чистую. Она чистая, да? Нет, но дно-то пачкается, правильно? Да. А потом все это поставишь туда, куда это самое. Нету газетки. Ты не надо думать, что ты делаешь. Вот и все. Рядом поставь. Все. Поставил рядом. Можно поставить тогда, когда ты поможешь тарелку. Тогда да? Ну вот такой мукбанг. Подписываемся на канал. Ставим лайки, пишем комментарии. Задаем вопросы под видео. Не забываем нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Вот он колокольчик. Да, извините, что не так были многословны, да? Люди, наверное, ждут, что мы что-нибудь расскажем еще. Но пока ничего не происходит, поэтому ничего не рассказываем. Происходит только в новостях. Да. Ну, ладненько. Так это по всей России. Все, до свидания. До скорой встречи. И не только.